Привет, уважаемые гости, братья и сестры. Сегодня день памяти 40 мучеников севастийских в озере Умученных. Это мученики, которые подвиг проявили ради Бога, чтобы от него не отречься. И вот есть такая традиция в многих храмах печь жаворончиков. Сейчас я вам покажу. У нас в этот раз прям хорошие, красивые получились. Это вот Аллочка, которая помогает нам с девочками, они пекут просвора, а еще в этот раз они вспекли, вот, посмотрите, такие. Это вот голубочки, эти, как, друзья, есть с крылышками, есть вот такие вот крученные. Но этот ребеночек, видите, такой. Это вот на гнездышке. На гнездышке. Целое разнообразие. Скажи, Аллочка, глаза обычно гвоздика, а здесь я смотрю не гвоздика. Что это такое? Ну, это растение, называется черная бузина. Угу. Она очень полезна в этих птичках, они очень красиво смотрятся. Да, согласен. Вот так, видите? Вот такая замечательная есть традиция во многих храмах на 40 мучеников печь жаворончиков. Храни Господь.